Чей коллективный договор лучше? В областном совете профсоюзов были подведены итоги конкурса на лучший коллективный договор за прошлый год среди предприятий Запорожского края. Среди победителей оказался и флагман отечественного авиастроения акционерное общество «Моторсич». По словам председателя облсовпрофа Виктора Сластена, в развитии социально-экономического потенциала Запорожского края значительную роль играет территориальное соглашение между облгосадминистрацией, Федерацией работодателей и Советом профессиональных союзов. Сегодня в нашем регионе заключено более 6600 коллективных договоров. Среди предприятий, на которых выделяются наибольшее количество средств на социальную защиту своих работников, были названы акционерное общество «Моторсич» и металлургический комбинат «Запорожсталь». Они и стали победителями конкурса на лучший коллективный договор за прошлый год. Было выделено на одного работающего 8004 гривны. Это социальный пакет моторостроителя. На комбинате «Запорожсталь» выделено 5972 гривны. И неработающим ветеранам 2321 гривна. Как рассказал нам председатель профсоюзного комитета акционерного общества «Моторсич» Михаил Труш, источником финансирования социальной сферы являются исключительно средства предприятия. В прошлом году на капитальные вложения в объекты соцкультбыта было направлено почти 30 миллионов гривен. А на проведение оздоровительных мероприятий на содержание моторовских детских лагерей «Маяк» имени Гагарина, баз отдыха в Приморске, профилакторию в Андреевке и Волочиске, Дворца культуры имени Шевченко и спорткомплекса «Моторсич» предприятие израсходовало почти 130 миллионов гривен. Коллективный договор предприятия «Моторсич» в этом году признан лучшим коллективным договором с большим хорошим пакетом, социальным пакетом моторостроителя, который позволяет людям получить дополнительную выгоду, стабильность в работе, интерес к работе, уважение к коллективу, к руководству. То есть это целый комплекс проблем, которые решает коллективный договор. Среди призеров конкурса на лучший коллективный договор также были отмечены трудовые коллективы предприятий «Титан», «Зеленстрой», «Коагулянт», «Запорожская филармония», агрофирмы «Батьковщина», «40 лет октября» и другие. По мнению председателя Федерации профсоюзов Украины Григория Осова, проведение подобных конкурсов способствует повышению уровня социальной защиты человека труда. Це форма досить є активною формою підвищення рівня соціального захисту працівників і є одним з дієвих інструментів впливу на підвищення заробітної плати, на створення умов праці відповідних, охорони праці. Тобто це є загальною практикою профспілок в будь-якій країні. Затем во время встречи профсоюзного актива Запорожской области с представителями власти прозвучало немало вопросов, которые сегодня наиболее волнуют профсоюзных лидеров.